Всем пламенный привет! Благополучно завершены восстановительно-заточные работы группы бритв, присланных Николаем. Спешу ознакомить, пакую и отправляю законному владельцу. В данной компиляции мы имеем 7 единиц, первая из которых славноизвестный Легрело. Имеется травление на полотне. Марк де Квалите, медаль Дор, Париж, 1931 год. Вот здесь видно. Таких моделей, равно как и, допустим, тех же Король Солнца, есть они в разных размерах. Данный размер, ну, боюсь ошибиться, но из тех, что я видел, самая большая — это 6 восьмых. Ну, стандартно для бубенчика. Высокое качество стали, стабильное качество стали. В общем-то, ничего удивительного. Номер раз, Легрело. Очень нарядная, очень старая шведская бритва. Вот в таких костяных обкладках, на костяной же оправе, имеющая вот такое роскошное травление. Гарантия 5 лет. Ален и Хольм, если я правильно произношу со шведского. Ну, вот, наверное, как-то так будет лучше видно. Звонко. Номер второй. Далее. Это Форд и Медли, шеффилдские умельцы. Информация непосредственно для владельца. Николай, после того, как бритва эта упала и, собственно говоря, разошелся здесь осевой, она получила массу сколов на полотне. Поэтому я ее не просто собрал и все. Заново были сформированы фаски, и бритва полностью переточена. Потому что, ну, так достаточно приличное количество было сколов на полотне. Нельзя было ее так оставить, она для бритья было абсолютно непригодно. Поэтому в полной мере мы ее освежили. Тоже звонкая. Номер третий. Далее снова таки прекрасная старая Франция, 69 номер, TRSR, серебряная медаль. Это у нас лжефреймбэк, бритва, изготовленная из единой заготовки стальной, но имеет вот такое вот геометрическое строение. То есть путем выборки сделана вот такая спина гораздо шире, чем сам лепесток. На роговой оправе с костяным клинышком. Номер четвертый. Далее редкая редкость — это бритва завода стальных изделий. Или нет, это скорее всего даже
Ну, затрудняюсь сказать одним словом, то ли это артель бритва, но так или иначе, это номер 7 Москва, 1950, пес его знает, но навскидку второй год. Номер 5. Так, далее. Роберт Келли и сыновья. Ливерпуль, Манчестер. Травление на полотне. Что у нас тут пишут? Келсон, Treble Extra Steel. Вот, конечно, досталось ей. Коррозия такая на носу. Единственное, что хорошо, никаких, ну, даже не доходит до середины лепестка. Ну, и здесь, конечно, оно пострадало. А у нас еще здесь есть. Вот тут гитарка нарисована или какой-то скрипичный инструмент. Made in Sheffield, England. Ну, можно сделать вывод, что, скорее всего, начало 20 века. Данное изделие может быть датировано ориентировочно. Если ошибаюсь, поправляйте. Я к этому абсолютно нормально отношусь. Опять-таки, полная выборка. Звонкая бритва. Номер 6. И последняя бритва в данной группе – это абсолютно новая немецкая бритва. Господин Плюмахер, Золинген-Вейер, имеет вот такое роскошное травление, Прима Золинген, с гербом по центру травления, изображающему якорь. Абсолютно новая бритва, единственное, дополнительно я ее чуть-чуть полирнул, дабы засияла она всеми цветами. Ну, естественно, заточил. Вот он, счастливый номер 7. Все, сейчас бережно упакую и буду отправлять. А за сим, собственно, прощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего. Пока с наступающими поздравлять не буду, поскольку мы наверняка еще с вами увидимся в эфире, поэтому. Ну, с другой стороны, хорошего человека лучше два раза поздравить, чем ни разу. Соответственно, потихонечку надвигаются праздники, с чем я вас искренне поздравляю. Желаю вам всего самого наилучшего. И до скорых встреч в эфире. Пока.